Чего там? Зайди, тут рядом музон играет у меня. Почему он у меня играет? Че за хрень происходит, пацаны, здесь? Макса, как офнуть радио, пацаны? Так, я на тусе. Ха-хай, дорогие друзья. Всем здорово, с вами по-прежнему Таксы Филиппины. Мы сегодня играем в криминальную Россию на Радмире на втором серваке. Оу-ей, здорово, чуваки. Короче, мы сюда ТПшнулись, и здесь играла музыка, поэтому звука не будет, но сегодня у нас мероприятие под названием дерби, и сегодня мы будем на такой вот оказии с вами дербиться и будем уничтожать друг друга. Так, сам академик всё, сейчас дали, где-то должен дали отчет, спуститься. Дали отчет, слышишь? Давай, бери свой тазарез и погнали, мужик. Погнали, главное, чтобы у меня его не угнали. Я почти бомжа задавил насмерть уже. Вот там я вижу, короче, шестиколесный гелик. Это, как я понимаю, типа батя, так, который тачки спавнятся, смотрите. Сегодня давить. Давай, Максим. Блин, без лугов, конечно, как-то странно играть, как сахар лизать через стекло. Такое какое-то ощущение странное у меня. Сахар через стекло? Ну я сейчас серьезно тебе скажу. Так, ну что, будет мясо? О, шестиколесный гелик? Лол, я только сейчас его заметил. Это для бати, то есть не для нас. А мы с тобой, как обычные, самые квапы. А-а-а, кошки-мышки, по сути, он должен нас давить, да? Я как понимаю, да. Потому что шестиколесный гелик по одной из серий, я помню, слишком чуваки. Слишком много оказий. Что у нас, собственно говоря, шестиколесный гелик вообще на изи переворачивает тачки. И еще эти оказии должны между собой. О, взрывы пошли. На счет 3 начали. Текаю. Давай, Леха. На счет 3 начали. Макс, сейчас начнут. 2, 3, Погнали. Он на меня едет. Нет. Все, поехал. Поехал. Да, аккуратно, Макс, Леха. Он ловит нас. Еще все между... О, Макс, я с тобой врезался, смотри, мы с тобой рядом. Держись меня. Давай, сюда. Блин, самое тупое, что все на панике и, короче, все врезаются. Нет, на меня едет, нет. Как рядом он проехал. Это симулятор Шанхая какой-то, мужик. Это симулятор, я не знаю, индусского вождения. Да, индус. Он просто давит, они все переворачивают, сейчас взрываться все начнут. Я надеюсь, я проживу здесь хоть немного. Уже начинается взрыв. Первый полетел. Приз 25 тысяч, напоминаю. 25 тысяч приз. Он за мной едет. Богатая игра. Я его подрезал по пингу. Он типа задевает тачки и взрываются они? Как танк, да. Они переворачиваются моментально. Это очень имбовая машина. Блин, парни. Меня перевернули, нет. Хелп. Все, найс. Меня какой-то челик перевернул. У меня очень плохо с хп. А, там сейчас бомж загорится. Сейчас тачку поменяю. Блин, она тоже хреновая. Леха, ты где? А другой чел в мою садится, я здесь вот. Я не знаю, сколько, у меня очень мало хп. На меня! Это не чеснок! Я сдох! Ты сдох уже? Я ехал, и на меня ТП-шнулась тачка, короче, админская вот эта. И все, я сдох из-за этого. Так, я угоню у него машину, он на паузе, парень. И у него, по идее, закрыли соединение с читерством, понятно. Ну что здесь скажешь, пацаны, крашнуло, мы не смогли победить, но тем не менее было веселое дерби, ну а сейчас мы с Максимом пойдем. У нас вообще с тобой была сегодня другая задача, мы по фану просто сейчас увидели это мероприятие и решили на нем как зарубиться, но да. Это интересно. Это было все равно интересно, пускай меня и кикнуло, конечно, но здесь играет музыка, я стою с Макс Пейном и грущу. Тут играет музыка, едет мой большой автомобиль. Короче, Максим, помнишь, я тебе рассказывал, что мы с Дизари сделали себе шестерки, которые стоили там 1.5 миллиона? Да, я видел этого кента, конечно, тачку, чего вообще, так вот, зачем короче, столько бабок вкидывать? У нас есть победитель, все-таки, я не забыл про розыгрыш, и я его сделал, и у нас выиграл Денис Охременко, собственно говоря, розыгрыш, так, ты в Арзамас едешь, сюда поворачиваешь, да, но да, у этого да, парня, да. Насколько я понял, две тачки, поскольку он просит ехать к нотариусу, ее нужно ему продать, то есть старую, да? Я как понимаю, он хочет в нотариусе обменяться тачками. А-а-а. Потому что если бы он хотел сплавить свою машину, он бы ее, наверное, бутили бы скинул. А, ну, возможно, он просто не хочет реально получить за нее гроши. То есть в нотариусе чисто гипотетически на сервере можно обменяться, да? Да, можно сделать трейд. Я один раз, короче, чуваку обменивал, помню, какую-то машину тоже бичуганскую на велосипед. Да? Чувака... Ну просто чувак был первого там или второго левела, да, то есть вообще нубик такой полный. Кстати, заметь, прав, мы едем на тоже ничего. На Ниссанах оба, да? И мы оба на ГТР. Оба да, на ГТР. Да, давай встанем. Смотри, это прям история поколений какая-то. Вот сразу твой кузов это напоминание Форсажа, там, да, первого, твой да, твой кузов это напоминание, я даже не знаю чему. Это влогов с Дубая от Семченко, поэтому. Прикольно. Так, ну давай, ты если знаешь, где нотариус, я потому что ни разу с нотариусом еще не имел дела на серваке. Да, Максим да, давай, как давай, бы имел дело, раз дарил уже велосипеды там, менял на машины. Ты жесткие трейдерские истории, ничего не скажешь. Короче, слушай, я уже сразу представляю, какие схемы.
какие-нибудь мошеннические с этим нотариусом. Аккуратно, о, как я хорошо в поворот вошел. Ой, там! Прямо у гаишников. Лишь бы сейчас проблемы себе не нажить. Я прям в толпу врезался, кажись. Лёха, я... проблемы! Езжай! Проблем! Езжай! Стреляют! Я защищаю Давай. Тебя, Максим, не надо тихай, таких проблем тихай, сейчас, тихай, потому здорово, что тихай. Ты можешь нарушить весь праздник парню сейчас. Я не знаю, конечно, может быть у него там два этих, как их, Гелендвагена и пацана не сдави, сдави, ладно, хп мало. Ух, там на встречке летит парень. Я умер, я не смог доехать. Лёха, тут сразу ещё 5 машин врезалось в тебя. Сейчас я вылечусь, короче, приеду, пацаны. Будьте там, скажи ему, чтобы он не пропадал никуда. Да, давай, я жду. Давай с тобой. Без приключений, конечно, не получится, я понял. Короче, я вылечился. Мою машину что, эвакуировать хотят? Быстрее, защищай. Давай. Защищай. Моя машина, пошли нахрен. Смотри, там какой-то бомж вообще буйный. Дерется с тобой. Буйный бомж. Все, погнали. Может, починимся? Давай, чини. А, мусора, гондоны, вот, смотри, опять. Это Ещай, да мы не подарим сегодня машину. Отвалите, какой-то еще бич на девятке. Так, ладно, ко мне отношения не имеют, чини. Макс, уедь, пожалуйста, там, жди меня под мостом. Да, я сейчас через АФК, короче, буду сшибать всех. Меня не хотят чинить. Бомж уехал, давай, не хочет давай, меня Лёх, чинить. Прошу, давай быстрее. Этот я заглох. Зови его сюда, Погоди, я на ментов смотрю так сразу. Нет, они сейчас, если начнут по тебе стрелять, попадут по мне, мужик, не надо. Чини. Они хотят за нами ехать, Лёха! Ну я-то ведь никак тебе не причастен. Ну да, но я причастен к тому, что тебе нужен нотариус, а я знаю, где нотариус. А за мной хотят ехать копы. Ты что, юрист? Копы. Двигатель заводится, подожди, у меня хреново починил. Поехали, все, погнали. Все. А, Олег, извини, задавил. Олег, извини, задавил. Последний раз я такое слышал в году 15-м. Ааа, смотри, это просто капец. Блин, надо едешь на встречку, я уже умер, подожди, ремень. Хотя у меня был давай, пристегнут. Давай, ремень надевай. Я застегнут, аккуратно. Я застегнут. Я аварийку включу, чтобы меня за километр видели. Короче, что за приключения сейчас были такие потные? Мы просто хотим подарить машину, но начинается такая жесть. Сюда. Смотри, и вот здесь у нас, короче, нотариус. Паркуй свои дрочи-почи. Давай, поехали. Так, какая-то банда деревенских пацанов на своих москвичах. P34. Подожди, стой. Куда пошел? P34. Да я жду. 4000. Пошли. Так, это нотариус. Да, заходи туда, короче. Я вход 5000, я понял, почему покажу. У него денег. На этом сервере все не бесплатно. Ну это просто чувак, жмот какой-то. Подожди, я за что заплатил вход, чтобы пройти еще один вход? Да. Класс. Так, место обмена exchange. Ага. То есть сейчас ты с ним обменяешься, у тебя там должна появиться такая плашка. Exchange 34. Вы согласились на обмен, ждем подтверждения вторичного игрока. Ну все, я готов к обмену, выбираем ВАЗ-2106, стоимость доплата, ожидания, я готов. Так, у него такой давай, же транспорт, мужик. Короче, он мне скидывает свою же шестерку. Я шестерку меняю на шестерку. Просто моя шестерка супер тюнингованная от меня, я ее разыграл, она до хрена стоит. Найс обмен. Нормально ты, конечно, победителя нашел вот такого необычного. Но по сути, ты как сейчас экзибит, только вот белые вариации. А, стоимость сделки 2500. А, передай ему 2500. Тогда тебе нужно. Передай ему 2500, да. Сейчас, давай. Короче, нам тогда нужно будет скинуть твою новую, непрокачанную тачку. Ага. И потом купить новую в следующей серии, я уже думаю, потому что сегодня мы разыграли, подербились. Давай, пожалуйста. Я еще тебе скажу, братан, одно. Сегодня мы поедем с тобой ко мне, короче, на базу. Там пацаны уже все ждут. Давай, кстати, ты сейчас меня привезешь и посвятишь свои, собственно говоря, гетто таун, пацаны. Базарю. Нажимай ready. Жми ready. Ну, мужик, давай, забери эту шестерку, у меня несчастный уже, наконец. Он думает, это же его ласточка, как ты, понимаешь? Совершить обмен, да. Я нажимаю да. Он бабки выбросил. В смысле, бабки выбросил? Рубль? Выбросил рубль. Стоимость сделки, оплата взимается с каждой стороны. Ну, я нажимаю да, в принципе, ничего не происходит. Надеюсь, он не умрет. Максим, ты готов? I'm ready. Нам нужно отправляться в великий путь утилизации автомобиля, короче. Сейчас элемент пристегну. Ты посмотри на наши...
Я не знаю, что ОПГ или что это. Я не знаю, что это, но, короче, на карте я себе поставил, куда надо ехать. И наш ОПГ едет просто обменять бомжу машину. У нас не получается сделать обмен, мы попробовали все. Я не знал, что это будет так сложно, хотя не должно было быть так сложно. Короче, так, бабушку это... Люду не задавите, а так все в принципе хорошо. Бабушку Люду мы не будем давить, короче, едем. Надеюсь, парень не потеряется. Если потеряется, не, я ну просто... Не, ну смотри, Леха, окей. А зачем ты прокачиваешь эту шаху? Давай вот просто посмотрим. Стоковый геттер против твоей шахи. Чё, ну давай, фору мне дал, да? Ну это ты, конечно, иди. Хорошая, гениальная идея была. Шаху с геттером, да? Заставлять гоняться. Так, слушай, сейчас надо, по-моему, направо. Направо, направо, направо. Так, слушай, это здесь или дальше? Это не здесь, это штрафстоянка. Это не здесь, это вообще там в жопе мира этот, так сказать, утиль, но мы сейчас этого... А где сам парень, с которым мы, собственно говоря, все это делаем? Что, я не знаю, ну где-то едет, наверное, не затерялся же. Ну, надеюсь, он не затерялся, короче, поехали туда. Капец, у нас просто огромная банда, может быть, мы уже рандомному какому-то чуваку отдадим? Ну не получается что, у него, да, ну не судьба. Сюда, ну да, вот показывают сюда ехать, погоди. Мне направо показывает, нет, дальше, дальше. Куда-то туда дальше, смотри. Все, мы нашли центр утилизации автомобиля. Мы нашли его, теперь он сдаст свою шестерку и сможет забрать у меня эту шестерку за 1.5 миллиона. Ну наконец-то мы добрались, наконец-то добрались, я его ждал, все. Вот его шестерка на подарочном пьедестале здесь стоит. Как это все базал-то. Короче, да, давай, просто sell my car, и парень наконец car. Получает... Продай sell. Ему вообще за рубль, там, не знаю, за 4 sell my кс, car 34, 1, ВАЗ-2106. Должна быть от 3000 рублей не дороже в два раза от госстоимости, офигеть. Давай, 3000 рублей, братан. 3000 рублей, принципе, ну слушай, подарок хороший, блин, за 3000. Я бы в реале, если бы увидел такую ласточку, за 3000 рублей на Авито... Продать не так просто, мы должны находиться на БУ рынке среднего класса. А, кстати, да, да-да-да, поехали. Я просто не завидую тому парню, который ее выиграл, но несчастный, он не может получить ее. Садись ко мне. Садись ко мне. Просто, Леха. Я просто в шоке, не, серьезно в шоке. Ну, казалось бы, надо просто продать сраную машину. Отдать за бесплатно, я хочу ее подарить. Обменяться мы не можем. У меня дар речи сейчас пропадет на самом деле. Посади его в тачку. Тут ездит Максим, он кричит: Запорожец за 15 тысяч, может, купим у него? Мужик, не надо. Не надо это садись, делать. Зачем вышел, садись. У вас на самом деле не столь много хп, поэтому предлагаю, давайте падаем. Мы добрались, реально. Это был челлендж, у меня 6 литров в бензобаке осталось. Это жестко, это жестко. Давай. Он не уедет отсюда просто. Сел. Тихонечко, my аккуратненько. Car, 34, 3 тысячи, не дай никому сесть в мою машину, ВАЗ-2106. Я предложил ему ее купить. Забирай ее, пожалуйста, со всеми чертями, я куплю эту. Все, она твоя. Да, ура. Она твоя. Если ты смотришь этот видосик, реально, мужик, респект, просто отвечаю, потому что тачка огонь, серьезно. Это того давай, стоило. Давай, потанцуем. Это был такой челлендж на самом деле. У меня чуть ли не в истерику. Мы ездили по разным концам города, чтобы просто подарить машину. Хотя все, что нам нужно было сделать, это в этом же городе, в котором мы находились и начали сделать то, что мы должны были сделать. В общем, пацаны, мы с вами прощаемся. С вами сегодня был Такс и Филиппин, играли мы на Родбери на втором серваке. И розыгрыши не заканчиваются. Скоро будет еще жестче розыгрыш на еще более дорогую тачку. Наверное, скорее всего. В общем, я заинтригую вас. Ждите следующей серии, до скорых встреч, пока. Адьос, амигос, гайз.